Привет, с вами Андрей Дайнов, а это рубрика «Спорт». А что, я футбол как? А теперь немного о футболе. Все, окей, да. А теперь немного о футболе. Нас не... Меня огорчил Зенит. Сейчас. Блин. Все самое главное придумали, а как начать не придумали. Ты пишешь? Фа. Порадовал Зенит, который победил Ливерпуль со счетом 2-0. Также остались незамеченными Анжи и... Кто? Рубин, так сказать? Давай. А получил всего лишь какую-то вонючую ничью. Вонючую будет корректно сказать? Нет. Окей, пишем. 1, 2, 3. Надо что-то поговорить, надо о чем-то разговаривать. Чего? Да, я знаю, я снимаю. Доверие, твою же мать! А вы знаете, что в бельгийских супермаркетах в 6 были обнаружены ящики с бананами, а там был кокаин? Чё, правда? И сколько килограмм? 65. Вот это новость. Хватит. 3, 2, 1, мотор. Раз, два, три. А теперь новость... Нет. Всё. Для тебя, мой юный курящий друг. Да, давай. Прокомандуйте мне кто-нибудь там. Мотор. А теперь новость для тебя, мой юный зритель покурить. Мой юный зритель покурить. Покурить. Такое надо было сказать, это про кокаин было. Так, давай еще раз. Вы знаете, о чем я. Ставим лайки, подписываемся. С вами был Клубок. Его ведущие... И Мария Белова. Увидимся, когда будет настроение. Харе Кришна, everybody. 3. Нет. Поехали. Итак, господа, вот так вот происходит наш творческий завтрак. Или даже, это я бы сказал, ужин. Полдник. Да, полдник. Полдник, но пока денег мало, как видите, мы пиццы пока заказали. Да, бывает. Сейчас, погоди, не смотри на Мола. Смотри на Мола. Очень весело и вкусно. Сейчас мы не отравимся. Опять мы рискуем ради пупка. Пьем из такой большой баклажки. А вот это наш главный ведущий, Андрей. Короче, Андрей Даянов. Ой, какой. Спасибо девчонкам нашим. Очень круто, очень красиво. Получилось. Спасибо, ребят. Очень вообще респект. Спасибо. Да. Только это бабулька разговаривает на фоне. Как мы все знаем, накануне прошла выставка «Оскар». О, блин, премьер «Оскар». Да, тишина! Дайте поработать, народ. Как вы все прекрасно знаете, накануне прошло вручение «Оскара». Да! Господа! Накануне прошло киновручение. Мне нужен доширак! Доширака мне! Доширак, выбор сильных. Прошло вручение «Оскар». Вот, все, прошло вручение «Оскара». Все, погнали, давай. Тишина! Ребят! Спасибо. Фил, давай. Три, да. 3, 2, 1, go. Итак, лучшим режиссером... Давай. Давай. Тихо, ребят, тихо. Спасибо. Лучшим режиссером был признан Энг... Нет, да ё-моё. Сейчас соберусь. Ладно. Гол. Не, лучше народные избранники. Говно. Лобыто. Говно. А по поводу 3000 рублей, норм.
Окей, погнали. Влад, смотри, смотри, снимай, как он пьет воду. Богатырь. Ты можешь вот стакан хотя бы попросить там или что-нибудь? Свинья! Вообще. Благодарю. Я тоже целюсь в голову. Подайте сюда. Катя, посмотри, мне там никто не звонил на телефон. Крупнейший российский производителя АвтоВАЗа. АвтоВАЗ говно. Давай, Василий, на исходную. Приставничек сегодня. Ладно, давай. А теперь немного о школе, а точнее... Заткнись! Блин, у меня такая мысль была идеальная. Ладно, давай, погнали. Тихо. Погоди, братан, братиш. Все, норм? По-моему, у тебя нет, нет, есть немного. Андрюх. Че? Тут звонит бабуля. Бабуля? Ну, брось-ка мне его. Не, не бросай, лучше привези. Не приняты. А, нет. А, да. Тихо, ребят, пожалуйста. Так, окей, погнали, давай. Скомандуйте мне там 3, 2, 1. Оператор, режиссер, сценарист. Обдолбыш какой-то сидит. Да, мы сейчас снимем, как мол батька тут всех тащит. Я скажу, короче, эй, посторонний. Долго охерели, долго.